Доброе утро, друзья! И сегодня такое сумбурное утро, потому что мне надо снять видео, завтракать и начать читать книгу. Ну, в принципе, я уже знаю, какую я книгу буду читать. И сейчас вам ее покажу. Это книга «В открытое небо» Антонио Итрубе. Я ее уже выкупала на этой неделе. Как раз и уже на нее прям смотрю. И вечером, не знаю, поедем ли в деревню, на дачу, подумаем, куда, как получится, вот. И не знаю, за 2 дня я ее прочитаю или нет, но будем надеяться, что да. Планы сегодня какие? Планов никаких. Может быть, в парк доеду, чуть-чуть почитаю. Надо сначала мне видео сделать, смонтировать. И... да. И хотя бы начать читать эту книгу. Самое интересное в этой книге, что она про Антуана Сент-Экзюпери, и я люблю вообще этого писателя. И мне очень-очень нравится, я очень много слышала отзывов положительных об этой книге. Это, кстати, издательство Popcorn Books, вот что меня немного смущало в какой-то момент. Но все хорошо, все нормально, и эта история про летчиков, про людей, которые очень-очень любят летать, и первым делом у которых самолеты, а девушки потом. Ну, наверное, как-то будет так. Очень хочу ее прочитать. И я, кстати, думала, что в ней 1000 страниц и больше. А сейчас я открыла там 600 с чем-то страниц. Так что я думаю, что за 2 дня я ее прочитаю. Вот, сейчас пойду покушаю и почитаю. Хотела показать вам вот такой разворот на август, который я сделала. Тут у меня и врачи, и книги, фильмы, которые я хочу посмотреть, дела, которые мне надо сделать. Вот, опять вернулась. Обожаю вот эти вот стикеры, это стикерко. Просто люблю всей душой. Вот такой вот у меня яркий разворот на август. Видите, у меня пошла аллергия. Как вы видите, я никуда не пошла и решила начать читать «В открытое небо» Антонио Итрубе дома. И не пожалела.
потому что я уже прочитала 8, почти 80 страниц. Эта книга просто тебя захватывает с первых страниц и не отпускает. И я думаю, что если мы поедем в деревню, то я ее просто проглочу вот в лед. Она очень интересная, и нам рассказывается про летчиков, про пилотов, людей, которые очень это любят, которые просто этим больны, которые грезят полетами, да, самолетами, но у которых не легкая судьба, и которым приходится через какие-то трудности, кому-то приходится выбирать между женщиной и самолетными полетами, да. Кто-то сдает экзамен успешно или неуспешно, и тоже переживания. В общем, книга нам рассказывает про трех друзей. Это один из них, это Сент-Экзюпери, Тони, и два его других тоже друга-летчика. И вот у нас повествование проходит параллельно. Сначала про одного рассказывает, про другого и про третьего. Я как-то читала рецензии и сказали, что эта книга разбила сердечко. Ух, не знаю, что же она нам там дальше подарит, но пока что очень интересно, и мне очень нравится. И, кстати, в самом прям начале вот эта вот история про фонарщика, про которую я вам уже рассказывала. Ну, мне рассказывали про мужчину, который работал фонарщиком, ходил в городе с утра, вечером, наоборот, зажигал фонари, а потом ходил их, ну как, выключал, да, грубо говоря, с утра. И после того, как все механизировали и стали уже более совершенственные фонари, он все равно ходил и смотрел, где у кого там контакт отошел, где какой-то фонарик не работает, то есть все равно следил. Он понимал, что он стал ненужным, и вот это его переживание. Ну, в общем, очень трогательная история. Так что сейчас пойду, наверное, в Wildberries, мне кое-что надо забрать. Уже в деревне будем с вами тестировать. Потом мы пойдем купим вкусняшек, чтобы взять с собой в деревню. И уже поедем. Наверное, сегодня я уже, может, даже и не выйду. Будем с вами обсуждать книгу, которую я прочитаю завтра. Но, скорее всего, в дороге я еще чуть-чуть почитаю. Сейчас делаем распаковочку. Ладно, первую покажу. Я все-таки не удержалась. Цвет не очень хорошо придается. Заказала еще себе такие летние. Они, наверное, даже осенние. Вот такой вот микрофончик. Будем тестировать уже завтра в деревне. Надеюсь, что все будет хорошо. И мне понравится. Ну, отзывы были все хорошие, не знаю. Я опять же говорю, завтра уже будем тестировать все. Я думаю, что красота. Ну, я рада. Вот такие вот у меня покупочки.
Всегда на выезде из Тулы мы проезжаем этот памятник. И сегодня я не могла не показать его вам. Это мемориал защитникам неба Отечества. Он посвящен, в частности, летчикам 171-го истребительного авиаполка, защищавшего в 1941-1942 годах небо Тулы. Изображает победу в воздушном бою советского самолета над немецким.